Дагестан вошел в число регионов с самой низкой оплатой труда. Такие данные приводятся в исследовании РИА Рейтинг. Согласно статистике, в нашей республике средняя оплата труда составляет менее 15 тысяч рублей в месяц. Практически все регионы Северного Кавказа в рейтинге показали минимальный размер заработной платы. В тройку антилидеров вошли также Карачаево-Черкесия и Чечня. А самые большие деньги получают на севере страны и в Москве. Они превышают 100 тысяч рублей.